красном углу ринга Сергей Ситников, Сибирский федеральный округ. В синем углу ринга Борис Исаев, Приволжский федеральный округ. Итак, первый средний вес. Это восьмой бой. Пока довольно уверенно лидирует в этой встрече Приволжский федеральный округ. Ребята в синем углу. Вот и Борис Исаев. Команда, мы внимательно слушаем. А его противник Сергей Ситников. Выше голову, руки жмите. Влом. Итак, первый раунд смотрим. Бокс. Два левши встретились между собой. Выше голову, красный. Не опускать голову. Стоп. Да, по затылку был удар, рефери тут же обращает на это внимание. По затылку, потом после команды. Отличная комбинация в исполнении. Сильно, да, сильно пробил. В основном, правда, по защите. Вот еще раз двойку. Хорошо вложился Исаев. Не держать! Брейк! Есть попадание. Да, наконец-то начинает цеплять соперника и Сергей. А по животу два удара хороших в исполнении Бориса. Хорошо, опять корпусом на голову переводит Исаев. Да, и Борис старается использовать в основном силовые удары. Легких ударов почти нет. Не держать! Валится за соперником Сергей. Пока такое ощущение, не очень уверенно он себя... Ух, да! Ноги остают у Ситникова. Очень плотно работает Борис, жестко. Да, возможно, большая часть ударов попадает в защиту, но все равно они отбирают силы и, ну, крайне неприятны. Хорошо сейчас провалил Исаев. Да, у Сергея, как не удар, а такие тычки получаются почему-то. Вот здесь зацепил, правда, правым боковым. Опустил низко левую руку Исаев. Отлично, через уклон вправо. И тут же еще одна атака по туловищу. Сергей, все по защите. Хорошо, пропускает. Сейчас ответил еще раз. Тряхнул. Тряхнул, качнулся Ситников. А вот, кстати, вот здесь же могли отсчитать, по идее. Соперника. С одной стороны могли. Не держать. С другой, ну, если судья не посчитал нужным, то, в принципе, бой продолжается. Ну, это понятно, это мы видим, да. Просто тоже здесь отсчет нокдауна в олимпийском боксе очень часто тоже вещь субъективная. Иногда да. Чуть коснулся, казалось, раз отсчитывает. Ударили так, что чуть не упал, ничего нет. Ну, в таких боях, когда принципиально такие вот взрослые ребята встречаются, возможно, от таких, на первый взгляд, не совсем тяжелых моментах не открывают счет. У юношей, у юниоров, там, конечно, при таком ударе, скорее всего, судья бы открыл бы счет. Итак, смотрим дальше. Это раунд под номером 2. Бокс. Поехали. Поплотнее посоветовали работать Ситникову в углу. Посмотрим, как это у него получится. Неплохая комбинация, неплохая, да.
Пошел вперед Сергей. И тут мощно отвечает двойкой Исаев. По животу жесткая атака от Сергея. И также по туловищу старается пробивать и Борис. Да, и пожестче. Старается. Пожестче, поплотнее надо работать Ситникову. И он это старается делать. Сейчас очень жестко атакует по корпусу. Много очень удара пропускает на себя Исаев. И вот отсчет. Вот отсчет Исаева. И вот сравниваем два эпизода. Как Борис Исаев попал в первом раунде, что загуляли колени немножко у Сергея, не было отсчета. И вот этот удар. Здесь, наверное, судья... Тут уже по корпусу. Тут уже здесь по корпусу. Уже без вопроса. Абсолютно. Два, три, четыре. Вот тут два прям... нокдауна подряд. А как-то третий? Неожиданно. Неожиданно как-то, да, такой поворот. Восемь. А будет третий, это ТКО. Все. Все. Все, снимают, значит, не готов. Вот да, по печени чисто. Чисто, чисто под локоть, по печени. Классика. Да, послушал своих секундантов Сергей Ситников. Начал работать жестче, начал работать плотнее. И вот вам результат. Два нокдауна. Причем, если первый еще можно было бы поспорить. Хотя, наверное, там судья пошел по пути того, что было много безответных ударов от Ситникова. Исаев не отвечал, все принимал на защиту. Может быть, судья сблизи увидел, что Исаев поплыл там в какой-то момент. То второй нокдаун был... Явный, откровенный, да, по печени. Да, ринг, а, да, как это ты... мою. Недоволен Борис Исаев. Тут понятно, что... Сергей Ситников. Отличная победа Сергея Ситникова. Да, поздравляем. Команду Сибирского федерального округа.